Или не знаю, что это за цифры. Сколько девушек ты трахнул? Сколько девушек ты трахнул? Мне интересно теперь. Сотни, тысячи. Ну, блядь, думаю, нахуй максимум 10, блядь. И то каких-нибудь страшных с пакетами, блядь. Сотни, тысячи. Вот когда так мужик говорит, блядь, значит, он вообще никого нахуй не трахал, блядь. Вон, ну, блядь, какую-нибудь, не знаю, обезьяну, блядь, ебал или капусту, нахуй, на грядке у своей бабушки в деревне, блядь. А ты не сравнивай меня и себя, у нас разные организмы. Да чем, блядь, ты отличаешься от меня? Тем, что я человек, а ты ебаное животное, блядь? Ну да, есть разница, в принципе. Денис, блядь, котенок. А пакет хоть не с пятерочки был? Слушай, не знаю, походу, блядь, вообще какой-нибудь вон, блядь, в мусорке подобрал. Чтоб деньги не тратить. А то как он, блядь, еще деньги потратить на телку-то? Сука, жалкий ты, Денис, блядь, иди нахуй. Вот, блядь, только на Твиче и будешь сидеть, блядь, к тёлкам, блядь, заходить, всякую хуйню писать, блядь. Больше тебе не светит, чтоб на тебя обратили внимание. Уёбище ебаное. Маме можешь передать? Маме, ну, ты хочешь, можешь маме передать, но... Просто в